Племянница Скрипаля попросила британскую визу у Терезы Мэй. Племянница Сергея Скрипаля, отравленного вместе со своей дочерью в британском Солсбери, обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой предоставить ей визу, чтобы повидаться с родственниками. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. В открытом письме Виктория Скрипаль сообщает, что уже несколько раз ездила в Москву из Ярославля, где она проживает, для оформления разрешения на въезд в страну. Однако визу ей пока не дали. Она также заявила, что вопреки своим первоначальным планам рассказала матери бывшего полковника ГРУ о случившемся. «Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась, до этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся», приводит ее слово РИА Новости. В своей речи женщина отметила, что все говорят о международном скандале, в то время как речь идет о живых людях и о ее семье. «Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простое человеческое желание в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь», сказала она. Виктория Скрипаль намерена продолжить попытки получить разрешение поехать в Соединенное Королевство и надеется, что ей позволит это сделать. 6 апреля в МВД Великобритании рассказали, что заявка племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля на визу была отклонена из-за непорядка в документах. Ранее в этот же день племянницы Сергея Скрипаля отказали в выдаче визы. 5 апреля Виктория Скрипаль заявила, что разговаривала по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пришла в себя после отравления. В разговоре Виктория сказала ей, что если получит британскую визу, то прилетит в Лондон 9 апреля. Собеседница в ответ заявила, что визу женщине никто не даст. Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Россия. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.